Первый трофей ленинградца. Областная команда выиграла зимний турнир на приз полпреда президента в Северо-Западном округе. В финале сине-белые со счетом 2-0 обыграли футболистов петербургской «Звезды». 5 побед в 5 матчах, ни одного пропущенного гола. Лучшим бомбардиром с 4 забитыми мячами стал новичок областной команды, полузащитник Айхан Гусейнов. Гол в финале – это совсем другое ощущение. Особо я не смотрел на голы, я хотел просто принести пользу команде. Но, конечно, голами, да, самый запоминающийся это в финале, я думаю. Но самый красивый, я думаю, в первом матче с Маркет Света, там, самый красивый гол получился. Хлусова, и Хлусов должен сейчас отдает Гусейнову, Гусейнов, гол! Гол, гол, голосу! Айхан Гусейнов! Хан Гусейнов забивает второй мяч, является настоящим лидером нашей команды, который сейчас не только гол забил, а в прошлой игре он забил голы, позапрошлой. Вот он, новичок нашей команды, Айхан Гусейнов, 99-го года рождения. Не побоюсь этого слова, талантище, который здорово сейчас влился в команду «Ленинградец». Пространство боковой. И вот вообще пустота. Нужна передача, но нет, удар по воротам. И голище залетает. И посмотрите, походку Конора Макгрегора нам сейчас продемонстрировал герой эпизода. Но правда, Макгрегор после такой своей последней походки по рингу еле ноги от Хабиба унес. Едва того не задушили, да? Но... вот сейчас все было сыграно. Сейчас было сделано все лучше, надежнее, класснее. Ворота лучшие веги.
И как знать, возможно, очень скоро кто-то из совсем молодых игроков ленинградца повторит путь Киржакова в большой футбольной карьере. Конечно, готов, и мне было было бы приятно, но это тяжелый труд, надо очень много работать, как Александр Киржаков. Ну, будем работать, а дальше посмотрим. Не все от меня зависит, но посмотрим, что будет в будущем.